Вы смотрите видео об отеле Янакайф. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Янакайф расположен в стране Болгария в регионе Горн. Лыжи относятся к классу гостиниц с числом звезд 4. Адрес отеля – Янакайф Хотел, Боровец Резорт, Болгария. До аэропорта Софии – 75 км, до аэропорта Пловдив – 125 км. 250 метров, красивый современный отель на лыжном склоне курорта Боровец, находится рядом с популярными туристическими местами. Располагает собственным горнолыжным центром, спа-комплексом, спортзалом. Размещение в теплых номерах с уютными интерьерами. Отличный выбор для катания на лыжах в любое время суток, приятного и расслабленного отдыха в отеле, возможно, всей семьей. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, фойе интернет есть, сейф на ресепшн есть, парковка, обмен валюты есть, гардероб-массаж есть, джакузи есть, сауна есть. В номерах есть регулярная уборка, общее количество номеров 39, номера для людей с ограниченными возможностями, балкон, терраса, ванная комната, фен есть, центральное отопление есть, телевизор есть, спутниковое, кабельное, ТВ есть, телефон в номере есть, доступ в интернет есть, мини-бар есть. Номерной фонд отеля состоит из 6 номеров One Bedroom Apartment, 55 квадратных метров, 34 номера стандарт, 24 квадратных метра. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов, закрытый бассейн, бильярд платно. Для детей есть рестораны с высокими стульчиками для детей, детская кроватка, услуги няни платно. Год постройки гостиницы – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.